корейском боевом искусстве тэквондо, помимо непосредственно поединков, есть и более гуманный вид соревнований. В нем, правда, тоже ведется борьба, только вот с невидимым противником. Называется эта дисциплина пумсе, что дословно переводится как «способ движения». Именно по этому техническому комплексу во Владивостоке прошли чемпионаты первенства края, которые стали первыми соревнованиями по тэквондо в наступившем году. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы соревновать приморскую сборную, которая буквально уже совсем скоро, 19 февраля, будет представлять край на Дальнем Востоке. То есть будет проходить ДВФО здесь, также в Олимпийце. Вот. И уже по окончанию этих соревнований будет формироваться сборная дальневосточная, которая будет непосредственно представлять Дальний Восток на первенстве страны, чемпионате первенства страны. Отбор решили пройти около 60 спортсменов из Владивостока, Находки, Уссурийска и других районов края. Соревнования традиционно проходили в индивидуальных, парных и синхронно-командных дисциплинах. Среди выступающих подавляющее большинство – молодежь. Возраст участников от 12 лет. И это несмотря на то, что в России сегодня этот подтип тэквондо не особо популярен. В отличие от всего мира, мы разнимся с ними тем, что во всем мире, конечно, больше развивается пумсе, потому что включает в себя много возрастных категорий. В России немножечко с этим похуже, но тем не менее Приморский край один из сильнейших считается по пумсе. С ним конкурируют сейчас только Москва и Санкт-Петербург. Пумсе с виду незамысловатое, однако заниматься им нелегко. Это строго регламентированные упражнения, представляющие собой комбинации приемов защиты и нападения. Каждая часть тела здесь движется по определенной траектории и в точно установленной последовательности. В отличие от поединков кируги, зрелища и соревновательного адреналина здесь, конечно, меньше. Как бы то ни было, эта дисциплина может послужить отличной заменой тем, кто не хочет или не может драться, а предпочитает более спокойный и философский стиль тэквондо. Я много лет занималась кируги, порядка 7-8 лет, и пришлось переквалифицироваться в пумсе, потому что была серьезная травма позвоночника. И когда появилась возможность вернуться обратно в кируги, я все-таки предпочла пумсе, потому что мне это кажется ближе. Хотя нельзя сказать, что кируги или пумсе сложнее. И то, и другое сложное в определенных моментах. Их нельзя никак сравнивать. Я думаю, что пумсе все-таки сложнее, но оно при этом интереснее. Потому что интересно соревноваться, ты не знаешь, как делает каждый участник. Ты хочешь проверить себя, свои силы. А в кируги ты просто закидываешь ноги. Приморцы, которые смогут отобраться в сборную ДФО, будут уже защищать честь региона на чемпионате и первенстве России, которые пройдут в марте в Краснодаре. Максим Яковлев, Игорь Болтов, новости спорта на Восьмом.